Да ладно, какие люди? Блин, Кэп, не говори никому, пожалуйста. Ну, пойми, просто сейчас кризис. А я ищу в Warface вернуться. Доната нету, ничего нету. Ну как быть, ну блин, ищу хоть что-нибудь, какие-нибудь пин-коды на один час. Не сыр, а куха, будет тебе пуха. Для таких, как ты, кто долго чирил, я уже новую ссылку в описании намылил. По ней проходишь, все нужное находишь. Статку растишь и раков всех гнешь. Ну а дальше, братишка, ты сам все поймешь. Оу май! Йоу, привет! Здорово всем, ребята! Четкие поцики, красивые девчата, с вами Кэп. И все идет по плану, да. А ну жги, ракуха, ведь позволяет пуха. Знаешь, как говорится, Кэп, когда мне плохо, я начинаю петь. Тогда плохо становится всем. Да. Приветствую вас, леди и джентльмены, дорогие подруги. С вами Мартин Капитан, очевидно, золотой калашик Warface. Соло и рэм, и сейчас будем гнуть. Не. Да. А все, братишка, потому что начал не с анекдота. Кстати, согласен. Есть у меня для вас отличненький анекдот. Фима был очень-очень опытным по жизни. И поэтому, чтобы не было большого расхода сахара, Фима наливал гостям чай до краев чашек. Но понимаете, в чем была проблема Фимы? Его гости тоже таки были нашими и тоже опытными. Поэтому сахар они ели в прикуску. Ха-ха-ха-ха, да! Так оно и бывает, деточка. Блин, наших уже гнут, одного аж на респе нагнули. Пацаны, ну вы чё? Headshot, baby, you got owned. Вот так, на место. Почином, рачина. Благодарю, Нарина. Так, это у нас все нормально. Блин, минус 2 у нас уже. Хотя у них тоже минус 1 имеется. Нет, минус 2 получается. Не, минус 1. Минус 2. Минус 3. Отлично. Все будет сочно и прочно. Шансы есть. Так, ребята, аккуратно. Надо, чтобы дым прошел, мы можем давить. Блин, нет, пацаны, не надо... Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Он там должен быть. Вот так, моя хорошая. Да. Ебукеш, ты же понимаешь, что сидеть при заходе дело такое себе. Блин, Кэп, согласен, но с другой стороны, я не могу быть уверенным в тиммейтах. Я не знаю, пойдут они со мной или нет. Стреляют они неплохо, вот что будут делать, хрен его знает. Вот, поймали на ошибке, отлично, пацаны, заходим, у нас преимущество, он один остался, кстати, он где-то вон там шут, что-то слышал. Хэдшот, деточка, да! Кстати, ебукентий, а почему именно золотой калаш, а не, скажем, золотая хоботайк? Я понимаю, Кэп, многие об этом спрашивают, ведь золотая то хоботайп, она как бы, ну, помощнее во всех отношениях, кто спорить будет, но... Хэдшот, детка, с калашом просто приятнее играть. Ну, как бы наше отечественное оружие, да, отдача простая. Ну, какой-то он такой душевный, и все, понимаете? То есть ситуация та же, что с коронным тайпом. Нет каких-то особых причин, просто нравится и все. Это единственная причина. Да. А так, пацаны, мальчики и девочки. Во, молодцы. Берите золотой МБ-17, все. И никакие вам калаши не нужны, это будет самый нагиб. Так, кстати, пацаны-то это, нагибчик пошел. Молодцы, ребята, молодцы. Интересно, они пойдут на 2? Я надеюсь, что да. Нет, кто-то на рынке стрелялся, может они на рынке? Да, слышь, походу тут мероприятия какие-то идут. Я слышу. Даблкил, деточка. Сочно. И прочно, вообще хорошо идет. Вот так вот, блин, я не смог этого инженера убить, я ему в голову не попал. Но он где-то там, по-моему, наверху тусуется. Надо быть очень аккуратным. Наши вроде его убили, да, туда стреляли? Или нет, или не туда, не пойму пока. Да, туда, медик побежал. Так, что нам остается? Нам остается, конечно же, охранять плент и ни в коем случае не выпускать их из окна. Я очень надеюсь, что этот инженер или медик свою головку там все-таки покажут. Это будет здорово. Ой, нет, штурмовик, плохая идея. Ага, понты пошли, ну давай. Да, это была хрень. Ладно, может медики справятся? А ну, пацаны, давайте. Во, красава, красава. Да, все-таки соло РМ это нечто особенное. Да? Вначале вас гнули в первом раунде, а теперь что-то противники вообще в разнобой действуют. Да? Есть такое? Противники как-то немножко растерялись. И вот когда противник растерялся, друзья, надо этим обязательно пользоваться. Прямо вот на соло РМ, если в команде противника какая-то суета, может они там матерятся по голосовому чату, может просто что-то у них
них там какие-то споры, может, просто не заладилось. Все, надо этим пользоваться, надо давить, надо, сука, в агрессию идти прямо. Кстати, по-моему, они вообще на респе сейчас сидят, что-то я их не вижу, не слышу. Да, по-моему, это респа, кстати. Пацаны немного пали духом, так оно и было. А, нет, слышь, да они хитрожопые, они на двушку пошли, наконец-то, молодцы. Вот. Одного я нагну. Ну, кстати, у них опять не получается, потому что наши гнут, я гну. И, собственно говоря, да, тут у них один человек, по-моему, остался живой. Ну, давай посмотрим, что он сделает. Так. Вот. Я какую-то кошку убил. Ну, извините, девушка. Так оно и бывает. Рокутаген порою нагибает. Думаешь, они все-таки наконец на два пойдут? Думаю, да. Потому что единица не получалась, двушка с фейком с респой не получалась, должна быть чистая двушка. Да, отлично! Так, все, теперь они вряд ли будут оттягиваться, надо резать. Так, да, посмотрим. Ага. О, макушечка! Привет! Хедшот тебе за это, опять кошечка, извини, ничего личного, просто как бы, ну... Хороший хедшот был. Не знаю, почему так получается, но, честно говоря, как-то даже жалко противников. Вначале так прямо они в первом раунде. Ну это Нагиб Петрович. Да, да, вообще Нагиб Петрович. Так они вначале нажали в первом раунде прям в сухую. И что-то тут же потекли. Хедшот. Че, все что ли? Мы, получается, всю команду разбили? Где-то еще 1-2 бегают? Где они? Где я, не пойму. Команда противника разбита. Да? Выполнена. Не густо? Да. Как-то стремительно все да? получилось. Ну что могу сказать? С почином тебя, Ракуха! А вас, дорогие, с наступающим Новым Годом! Присоединяюсь! С наступающим Новым Годом! Вас, дорогие подписчики, дорогие зрители. 13 фрагов, 9 хедшотов, ею вас ом. 13 к 1 сыграли, да и меткость неплохую показали. И вовсе не на 21-й лиге, какая мне, что 8-я или 7-я. Но, тем не менее... Как-то очень и очень легко. В общем, мне кажется, надо бы РМ разбавлять пабликом, мясорубочками. Или, может быть, выживанием. Мне кажется, там видосы выходят даже более интересные и сочные. А вы напишите, пожалуйста, свое мнение в комментариях. Мне кажется, как старые добрые, оно и получше будет. Но, так или иначе, если данное видео вам понравилось по каким-то причинам, то ставьте лайки по желанию. Как хотите, яйки чешите, это обязательно, и без этого просто никуда. Вступайте в нашу армию и, конечно же, нагибайте все. Мы увидимся с вами в зоне.